какую-то общую сумму можно назвать ущерба? Как вода уйдет, наверное, все это мы посчитаем. Мы пока еще не скажем. А вообще в районе какие-то населенные пункты попали под зону подтопления в этом году, нет? У нас каждый год это старые Закамья, новые Закамья. И тут тоже вот опасная зона, это у нас сторона Шачи, деревня Бахитова. Ну там в этом году ничего такого страшного нет. А вот деревня Закамья, там действительно в этом году воды очень много. Люди пострадали? Люди не пострадали, но в огородах и несколько домов под фундамент, но там уже дома сделаны таким образом, что фундаменты очень высокие, вода зашла.